Всем привет, с вами Сумрак из клана Краматорск. Как ни странно совпало то, что я зашел на младшего Сумрака. У нас, как обычно, давно не было обзора в КВ. Сейчас. Это КВ было проходное, выиграли мы с хорошим счетом. Все 4-38. Всех с этим поздравляю. Думаю, ролик будет не об этом, а о больших проблемах в клане. О том, что ребята не хотят строить базы нормально. Сейчас я найду. Не, давайте полностью по каждой. По нашим базам. Многие обзорщики не хотят показывать собственные базы. Я покажу. Саныч, нафиг тебе третий ак, если ты нифига практически на нем не делаешь. Ерундой занимаюсь, сейчас я покажу. Вот, пожалуйста. Фу! Максимальный. Мой пятый ак. Ну, Вацлав. То же самое, Слав. Внимание, внимание. Ты чаев? Вопросов нет. Суперакция для любителей фитнеса. Приобретай клубную карту со специальной... Димка. Димка, качай, 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 качай ПВО. И где твое второе ПВО? Я не вижу. Дима, ПВО. ПВО параллельно один строитель качает забор. Вот это вот, Саныч, что вот это такое за воздушная оборона? Какого хрена у нас наружу? Ну это бред, полнейший бред. Я не знаю, делай как хочешь, она должна стоять внутри. Вот эти твои, блин, мортиры недокачанные вообще никуда, вообще не годятся. Ты вкачал себе добывалки и думаешь, все, на этом все закончено. Не забывайте качать бараки, казармы. Че это за казармы такие? Че это за пятого уровня казармы? У вас уже должны быть драконы. Значит, девятого уровня казармы. Макс, то же самое, ПВО, забор докачивай, думай, как качать. Ты здесь дырки сделал, блин. Здесь у тебя дыра, ты большая бомба. Я хочу всех обойти, всех упомнить. Саныч, то же самое, разговаривали. Ну, в принципе, нет, стой, тут ты забор наконец-то выставил нормально. Ну ты выкачал здесь все шахты, слава богу. Казармы, качай казармы. Докачивай казармы, докачивай. Ребята, все на своем уровне докачивайте по максимуму все. Тогда переходите на следующий уровень. Не буду переставать это повторять. Все. И перейдя с 7 ТХ на 8, не надо прокачивать 2 дополнительных хранилища. Но одна из моих баз. Посмотрев некоторые ролики, понял, что если есть возможность, то надо все-таки ставить вовнутрь базы некоторые здания, к примеру, хранилища или шахты. Это все-таки способствует удлинению времени атаки. Ну, у Сержа болячка, это, как всегда, куда-то выдвинутая ТХ. Как он не ставит, то же самое ПВО надо, чтобы глубже стояло. Разрабатывать и базу так, чтобы ПВО нельзя было с краю сразу убить. Подпустив сюда свиней, сейчас можно выбить легко это ПВО. На этом все. Считайте драконами, можно даже без банок нападать. У Сани нормально. Главное докачиваться до конца. Андрюша тоже все нормалек. Вот моя база единственная, как она выбивается. Теперь я знаю, как она выбивается. Это всего лишь надо выбить 3 банками. Одно единственное ПВО. Парнёк думал, он 2 банками справится. 3 или... Ну, в дальнейшем зачищается все полностью дракон. Хотя он взял вместо 10 драконов 9. Все-таки я решил вычистить круг. Через хитрый. Хоть круг был и не вычищен правильно, но все равно. Одно ПВО уже не может ничего.
Кто у нас? Костя, наконец-то хоть до 4-го АПВО уже поднял все. Да, и 8-й ТХ. Всем говорил скелетов в шкафу переставлять на воздушную оборону. И почему говорю возле ПВОшек ставить обязательно шары? В прошлом КВ понравилось, у Славки вылетели скелетики, отвлекли на секунду дракона, ПВО успела добить дракона. Здесь точно так же надо делать. Шар как минимум ранит дракона, или шары, нападающие шары, а ПВО добивает их. Поэтому советую всем переставлять скелетов на воздух. Так, Славка знает свои болячки. Рано вылез, те же проблемы. Вот смотри, Слава, ты ТХ-8? Казарма у тебя ТХ-6. Одна единственная ТХ-9. Слабенько, вот не спешите перелазить. Зачем оно вам надо? Все лезем, все потом не знаем, что дальше делать. У Сережи ПВОшка одна пока хромая, докачает. Так, в принципе, база нормальная. Так, у Сани тоже прикольно все. Осталось подокачивать Санде. На стиле работы будет полно. А ну-ка, так. Артема база выстрела. Очень интересно. 10 драконов. Чувак даже не чистят руку. Опять же, ребята, если разверяем драконов, то они стреляются всегда глубже в центр. Они не летят сейчас вправо, почему не полетел, допустим. Смотрите, заклинание. Полетел в ту сторону. Пойдем в другую степь. Если, конечно, кредит бы чуть-чуть почистил бы круг. Вот это увлечение дракона. Максимум можно было бы на таунхолла вычистить. То, можно сказать, бесполезное. В субботу, 15 ноября, информация будет вашей планы, и дальше будем играть. С воскресенья в четверг коктейли по 10 гривен всю ночь. База лично моя разработка. Хотя то же самое. Возможно, выбиваемо. Хотя рассчитано на то, что будут войска ходить по кругу. Вокруг далеко и не зайдут вовнутрь. Информация звучала на плечах. Уже посмотрим, как нападали. А, ну, для того, чтобы выиграть пару билетов на вот видите, разорвано. 4 дракона. 24 по телефону 795-195. Попытка выманить конкастов. Неудачная. Только сейчас конкастов выманивается. Скорый процесс до 4. Просто она извините на нашем семье. Пущена в никуда. Изменение. Вроде бы попытка правильная. То, что с мишечки должны, по идее, бежать вовнутрь, выбить. И вот эта бомбочка сыграла свою роль. Получается маловажа дракона. В принципе, парень правильно все рассчитал. Но это не помогло. Ну, второй свиньи выполняет только так. Ну и эти коры. 4 дракона просто физически по времени не успевают это вынести. Вот и все. Не успеет. Просто он не успеет. Может быть, скажете сразу? Так, ну Кирилл, как и мой основной аккаунт уже практически полностью прокачан. Остались только тесты. Вот как? Базу мы все равно меняем каждый раз перед кровью, поэтому запоминаем, смотрим, фиолетово. Больше, скорее всего, себе на память. Было все лето, но то же самое, интересно. Беречь,
и мы остальное пытались сделать. Абсолютно не защищают, что человек пускает дракона, дракона будет разбираться во всех сторонах. Лима только одна банка, то что минус, потрачена вторая банка. Возможно, была бы даже одна звезда. Так, теперь все-таки по атакам. Давайте. Все не буду смотреть, но какую-то часть успею. Боюсь того, что просто опять не смогу весь ролик на YouTube залить. Хорошо. Вот, Алекс, смотри, как нападает на тебя. Люди видят в том, что сразу надо выбить твое ПВО. Вот у него и мозгов, конечно, не так много. И точнее, он вообще отсутствует. Потратил молнию, потратил еще что-то. Не выманил планкарта. Ну, называется идиотская атака. Не даже смотреть. Тем более, это первая их атака. А вот наша уникальная атака. Саша решил так пойти. Вот он так вот он рассчитал, как он рассчитал. А я бы Саша снизу гораздо ближе и выманились бы все. Вот один, по-моему, магний выманился, я уже так понимаю. Кошмар, все руки стали там. Вот из-за того, что вот это вот даже два мага, как оно? То, что ты в рассыпную пускаешь, не пускай оттуда. Надо было пустить справа сверху, чтобы все вошло сразу сюда. Не надо сразу хилить шары от в основном магов. Потому что они будут сплэшинг и получают каждый шар. Когда бьет ПВО, оно бьет только по одному шару, не по всем. Вот видишь, эти два долбаные мага сыграли всю большую шутку. Опять же повторюсь, все советы я даю, основываясь на своем опыте. Ваши действия я не оспариваю, не осуждаю, просто рекомендую. Ну вот такие вот Джули, пожалуйста, моя атака шарами. 7-й ТХ на 8-й ТХ. Шары 4-е. Ну понятно, ПВО тут никакое. Вот он сколько, 25 было луков, да? Потратил я 14-15. Шел сверху вниз, у меня партия. Вот смотрите, как маг бил. Маг бьет сплэш. У тебя база абсолютно никакущая, тут легко было. Видите, бьются все шары. Не один какой-то страдает. Когда бьет ПВО, бьет один только шар. Поэтому шары все в половину бьют. Вот он тоже делает грязь. Финал. Не буду досматривать каждый ролик до конца, иначе никакого времени не хватит. Давайте что-нибудь еще интересное пойдем. Так, мелкий Сан Саныч, неинтересно. Дима, в чем затупил Дима? Дима, я рекомендую нападать обе атаки. Это тренировка для тебя. Выманил планкарта. Хорошо. Нафига ты кинул здесь еще одного? Два. Зачем кинул там два? Зачем ты потянул обратно? И потратил очень много войск на убийство Кланкаста. Дальше, хорошо, заходишь правильно. Нафиг ты вот этот одной пускай сразу всех уже гигантов. Здесь все равно их толком никто не бьет. Рано кинул. Кланкаста все. Никуда не пускайте. Не пускайте войска, которые будут биться. Сам пускай.
поэтому и вам говорю не делать этого. Первое, запустили гигантов с подхилкой, пусть они идут. Выбивайте по углам домики или все остальное по одному луку. Не магами, но если уже луков нету, понятно, магами. И просто чистите сзади после гигантов все, что можно почистить. Или ставьте на таком расстоянии, откуда, допустим, не добивает. Визард не добивает пушку, не достает лук, тогда только можно со всей стороны. Ну и 13 луков, ты опять их туда на маркете будешь. Я бы повыбивал вот сверху здесь, не доставали бы там. Вот здесь бы поставил. Рано потратил. Банку надо было тоже рано на гиганта использовать раньше. Просто не использовал раньше. И не хватило тебе до трех. А должен был на три выбить легко. Так, кто у нас тут еще такой будет? А, Димка, у Артема. Ну, у Артема драконы полетали. Не драконовод. Не знаю, как ними правильно атаковать. Ну, мое мнение, надо атаковать. Или со стороны какого-то ближнего сюда надо бы одно выманить. Вообще считается, что лучше атаковать сразу там, где два. Сложнее. То есть, получается, выманивается кланкастл вверх на драконов, и они просто реагируют на кланкастл, заходят глубже. Я бы туда чистил бы вот со стороны верхнего лагеря и, наверное, тут, где казарма. Почистил бы этот круг, уже пофиг, куда два дракона улетели. Кинул бы здесь жмение или вообще в одну кучу. И они бы залетели сверху вниз. Мурила. Посмотрим сейчас на этого Мурила. Ой, Артем, а зачем с трех сторон? Что это вообще такое было? Какой смысл этих двух нижних драконов? Так не читайте. Что такое почистить круг? Если вы все знаете, то я не знаю, в чем делать. Ерунду. Банку кидать вперед. Сейчас дракон вылетел, и он уже все без хила. Он уже землей занимается. Поэтому и одна звезда. Уделять мне вообще до ПВО долетели. Залетели бы они сверху вниз, или выбили сейчас бы это ПВО, выбили бы все остальное всего. Значит, они вокруг полетят, но самого нет до атака такого. Так, Максим. Максим не буду смотреть, потому что даже не выменял кланкастл. Доктор Сумрака 3, а 2 слабый. Меньше нападал. Ага, Серега кем нападал. Тоже дракон. Нет. У Сереги хитрая система. Окей, выменял кланкастл. Оставил сам себе галочку. Сейчас получил по жопе за то, что ты кидаешь мага. Почему выбрал не взял? Ну смотри, что твои маги сделали? Нифига. Сколько ты просрал их штук? Покинул бы 20... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько потратил? Ужас просто. Второе. Пеку надо запускать точно так же, как запускаем. Вот. Они тупорылые ходят без всего. Чтобы запустить пеку вовнутрь, надо прочистить ему вот один угол, второй угол. Тогда они пойдут вовнутрь. Так как запускаешь ты, они вот видишь, благо там хотя бы один ушел вовнутрь вместе с королем. Разделил бы уже их здесь, они бы еще глубже зашли. В принципе, тоже неплохо. Подхилка. Понятно, это тренировочный сбор. Видишь, смотри, как это получается. Чтобы заманить пек вовнутрь, надо чистить им круг. Если кто не понимает, что почистить круг, это не дать пойти по кругу войскам. Вот видишь, они идут по кругу. Потому что круг не почистил. Он и будет, он вовнутрь вообще забора не пойдет, пока не добьет до последнего второго левого лагеря. Нет, уже я ни одно видео пересмотрел. Чтобы запускать век. Сам ними не пользуюсь. Вообще войска первого уровня считаю бесполезны. Тем более они отхватывают по полной программе. Тут ради тренировки была довольно-таки интересная атака.
Следующий привет в нашем эфире от Игоря. Написал нам вот такое сообщение. Доброго и солнечного времени суток, сограждан, которые как и я топчут просторы нашей объекта Украины Неньки. Просто интересно, Саныч, как ты нападаешь, блин, хищно тебя через задницу все будет. Отлично, знаешь, вот, жестяк, просто жестяк. Как ты начнешь стартовать, лично тебя. Почему ты не выманиваешь клан-кастов? Какого хрена тебе кинуты две молнии? Таки тратишь две банки в никуда. Вообще не пойму, вообще две банки взял. Момент, так, смотрим еще раз. Нет, три банки. Коту под хвост твои три банки, блин. Вот вообще ты не соображаешь, блин, как играть. Честно, прям текстом говорю. Ты не понимаешь игры. Не выманил клан кастл, этот весь клан кастл, весь клан кастл. Он просто нафиг не издевается над твоими войсками. Посмотри, он просто там практически всех видов убил. Ну, даже можно считать, что всех. Все, кончили. Это вообще благо он тупорыл и идиот, блин, потому что у него клонка осталась с краю. Так вот, ты хрен бы вообще победил бы здесь. Думай перед тем, перед атакой. И вообще думай, что ты делаешь. Это не войска, это бред поросячий, блин. Понимаешь, мне просто жаба хавает отдавать тебе, получается, 200 дарка, блин, на свинину. Делать мне просто нечего. Или вы думаете, я, блин, сплю и вижу, блин, как живу этот дарк. Как бы вы еще думали, допустим, используя драков, убить ПВО свинины. Это одно. А вот такие атаки. Ну, это бред. Давай тут твой второй акт посмотрим. С Алекс. Что здесь? Аллилуйя! Выманился клан Кастер. Блять, это знаешь, это опять только матом хочется сказать. Че ты их здесь не убил? Ты че, блин, по всему полю собрался тягать? Вот такая опять, вот такой ерундой не занимайтесь. Дайте им тогда два варвара. И просто по одному растыкая вокруг лука, убивайте защиту. Ну это бесполезная трата абсолютно юнитов. Куча юнитов тратится и еще и бесполезно. Мозг работает, конечно. Надо запустить гигов на ПВО, чтобы они убили ПВО. Зачем тебе молнии, объясни мне? Ну, какой ты нахрен ты пускаешь туда гигантов, чтобы там убивать молнии? Нафиг тратятся две банки? Лучше бы ты полечил бы дважды каких-нибудь воинов своих. Ну это бесполезняк, это идиотизм. Вот, ну, я не знаю, я заставлю всех посмотреть это видео в онлайне. Никто такое не делает. Но там-то нормально свиньи побежали, убили, допустим. Хрен с тобой. Я теперь буду спрашивать у каждого, куда он будет, зачем будет использовать войска, блин, используемые в клонках. Раньше ты не мог подумать. Не надо вот эти две банки брать. Почему их две? Шестой ТХ. Седьмой ТХ. Наверное, не перешел. Ну не важно. Две банки, но все равно лучше захилить. А не молнию использовать. Это вообще бредятина полная. Слава, как где он был занимался. По одной, по одной, по одной. Я даже не знаю, это интересная атака. Серж наш прогульщик, блин. Серж, блин, какой смысл приходить на КВ? Неизвестно. А, я опоздал и побежал куда-то. Твою маму, блин. Какого хрена? Я просто ради интереса свои атаки. Вот последняя атака. Ребят, первую атаку играл с телефона. 4,3 дюйма экран. Маленький, ни черта не видно войска. Постоянно надо растягивать. Играл на бум, никаких эксмонов, ничего нет. Кстати, вот эти вот долбаные еще скелетики, блин, просто задалбывают, блин. Маню в один обязательно угол. Вот в прошлый раз, пацаны, мой косяк. Вот так же сам взял, нажал с левой стороны.
закончить бой, и вместо того, чтобы сказать «Нет, нажал да», и бой закончился. Просто потому, что играл с маленького телефона. Зацепил в левом углу и кипиши, потому что всегда считаю, что мне не хватит времени. Случайно отменил бой. И последнее КВ предыдущее проиграли. Не, точнее паза прошлая выходит. Последнее вытянули, красиво вытянули, жалко, повторы были недоступны. Последний без нападающий был тупорылый. Ну посчитайте, сколько воинов вышло убить дракончика. Фух. Мог вообще магов не использовать. Опять же, на бум пускаю свинью. Но сейчас, посмотрев много видео, понял, что лучше их с одной точки не запускать. А небольшим веером. Вот бомба отработала, я еще не захилил. Хил можно было чуть вперед кинуть. Я вижу мать с маленького экрана. Это эту. Ну, эту атаку делал я уже скупил. Видя, куда я атакую. Иногда просто забываю следить за одной из частей, за одной из групп свинок. Когда они бегут, просто бросаю их на произвол судьбы. Всегда стараюсь нападать. Тут король как бы в центре было пофиг откуда нападать. Нападать с противоположной стороны отхода. А, еще момент. Сейчас я со стига покажу. Мог взять 3 звезды. Если бы правильно использовал короля. Хотя при атаке драконами рекомендуют короля из наложения послать сразу. Пустить его на зачистку круга изначально. Какой-то свинина закончился, но все, да, тоже, кстати, на последней секунде успел добить. Думал, уже все, не возьму 3 звезды. Выбивают. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, и... Та-та. Успел. Короля использовать для чистки круга. Для драконов. Это так. Теперь осталось найти атаку точно. Со Стига. Или вот эту на Софию, или какую-то другую. Тоже нападал я. Ну почти по. Вообще надо было с угла нападать. Я теперь знаю, надо нападать сразу на 2 ПВО. Дабы драки выходили. Я выпустил всех драконов, был красного дракона. Зашли они, банк кинул чуть впереди, летели, разбили. Они раз ушли на банк. Вот, высший король. Подожди, я не пускаю этого короля. Так как драконы сейчас пойдут по правой стороне. Опусти его здесь сверху, там где банка столкнул. Он бы зашел вовнутрь, бы убил бы ПВО. И возможно эта группа из 3 нижних драконов могла бы добить это все. Смотрите, 2 дракона мне звучили. Тот бы дракон, да. А сейчас бы король бы пришел бы и выбил бы кого. Такие нюансы тоже есть. А можно взять вместо Кланкасла, как многие я видел теперь берут. И у нас в клане, в других кланах, тех же негров, просто можно было вместо короля пустить негров. Еще видел атаку, очень интересную. Когда пускают драконов и шаров. Ну хорошо, когда шары уже 6 уровня, не 5. То есть, или шары, когда в начале... Давайте там любую карту глянем. Шары залетая... Точнее, драконы, допустим, летят с одной стороны. Дошли до какой-то части, а потом вылетают следом за ним шары. Шары вылетели, начинают отхватывать на себя всю... Весь урон от ПВОшек. Пока ПВОшек чистят шарики, шарики летят чисто на защиту, на всю, на любую. Драки вычистят весь зад за ними быстро. И уже влетя вовнутрь, практически без урона, ну, целое. Надо, кстати, попробовать такое. Да, и что напоследок хотел сказать? Многие спрашивают, как качать, что не качать. Качать надо все. По максимальному уровню был вкачан Стиг до максимума. Вот у меня, представьте, прокачанный Стиг на максимум на ТХ7, перешедший на ТХ8.
это столько работы, невероятно, не успеваешь ничего делать. Все думают, это так вот, да потом, да успею. Перейдя я со своего основного аккаунта, сейчас перейдя на ТХ-9, представьте, качать нужно каждое защитное сооружение на один уровень. Каждое. Это куча. Тесла, оказывается, маму и есть и шестая. У меня еще вот две докачиваются до пятого. Все остальное вкачано. Даже решил одну вот бомбу качануть до пятого уровня. Миллион стоит. Буду докачивать как минимум большую часть забора. Если там останется несколько частей, тогда только буду переходить с 8 на 9. Очень много надо докачать войск. Каждый играет тем, что надо. Молнию, хоть и не использую, надо докачать. Рейдж докачать. Свиней, мух докачать. Века сейчас качается. Голема, может, качану. Основные войска все на максимум. И считаю, надо переходить на ТХ-9 только когда король у вас больше 10 уровня. 10 и выше. Все, что не до десятки, это не то. Естественно, подкопить дарка приблизительно хотя бы в районе 40 000, чтобы перейдя на ТХ-9 сразу взять себе королеву. На этом буду заканчивать. Всем спасибо, всем пока.